давно не созваниваемся с представителями некоторых государств Европы и Соединенных Штатов, хотя мы не отказывались от этих контактов, это они их ограничивают. Хотя, конечно, определенная информация удается обмениваться по различным каналам, прежде всего по каналам МИДа. Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа. И, ну, я же говорил, у нас, значит, фаворитом, если можно сказать, был действующий президент господин Байден. Вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим, значит, сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это во-первых, а во-вторых... Она... Раззавещали, значит, надо, да? Вот. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то значит, вот этот Трамп, он же ввел столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько для него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода. Или отменит их. В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору.